Сегодня 16-е. Такой вот огрех. Здесь уже была обработка. Здесь было два раза. Вот на этом участке было два раза базогран плюс Harmony. На этом участке был один раз базогран плюс Harmony, плюс в раннюю фазу был почвенный препарат. Здесь уже был противозлак, уже начинает работать. То есть видно по состоянию сорняка. Здесь небольшой такой огрех получился. Ну как огрех? Сложно сказать, что это огрех. Просто здесь не сработало, то есть недостаточно было первой обработки базогран плюс Harmony в более раннюю фазу. То есть сейчас уже здесь повторяли, наверное, дней 5 назад работали базогран плюс Harmony, только Harmony чуть-чуть побольше, где-то 10 грамм, ну и базограна литра полтора. Вот так вот сейчас выглядит марь переросшая. Ну, не везде она, конечно, такая, не везде равномерная. Не везде равномерно такая обожженная, то есть есть разная. И как она себя в дальнейшем поведет, пока непонятно. Но травмированная. Здесь главное сейчас сою освободить от злаков, освободить от широколиственных, особенно от мари. Но в целом вроде бы получилось. Теперь уже просто нужно будет следить за этим всем делом. Так по развитию, по росту развития она не отстает от чистого участка. И поэтому все должно меняться с каждым днем равномерно, одинаково. То есть есть вот такой вот показательный участок. Вот такой вот участок.